3 сентября в Парке Победы у стелы воинам и мечам, жертвам локальных войн и горячих точек, состоялось торжественное возложение цветов, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участниками акции стали курсанты военных училищ, военнослужащие Омского гарнизона, представители региональной власти и ветеранских объединений. После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к памятнику. Участники акции в этот день много говорили о значимости единения в борьбе с таким злом, как терроризм. Это трагическая дата. Все-таки мы день борьбы с терроризмом. Мы вспоминаем тех ребят, тех ребятишек, тех детей, которые были убиты террористами. И в то же время это показывает то, что несмотря на то, что террористы хотят запугать, хотят внести дестабилизацию в наше общество, общество наоборот сплачивается. Это мероприятие проходит по всей России, и оно очень важно с точки зрения, чтобы показать, что мы вместе, и вместе нас не победить. Объединение – это очень важно, мы должны все вместе бороться с этими террористическими актами, потому что это важно, ведь много людей погибает, и это ужасно. День солидарности в борьбе с терроризмом приурочен к трагическим событиям 1-3 сентября 2004 года в Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, среди которых были дети.